Здравствуйте, подписчики моей группы Кирейск Лайф. Сейчас снимаю очередной номер заварки. Вот видите, как у нас все красиво. Вот так вот. Снежочек выпал свеженький. И вдруг вот такая вот картинка. Это Льва Толстого моего города. 12-й дом, наверное. Детская библиотека, грубо говоря. Вот представляете, кто придумал? Вот я даже не знаю, как это еще раз назвать. Додумался до этого. Поставить вот здесь дорожка такая идет. С одной стороны по улице. И сделали вот такую вот кормушку для мусора. То, что подъезжает КамАЗ, вы видите уже, вот он, разбил. Вот так вот все. Разбита вся обочина. Такие рытвины большие. Как вот подъезжает, скидывает он. Но это полпути пройденного, как говорится. Скинули, сбросили. Поставили вот так вот. Чуть ли не дорожку. Люди, видно, что обходят. Вот так вот, видите? Даже посыпается она песочком. Вот так вот идет. И потом это чик, обходит. Людям прямо вот на мусор. Я, наверное, всю жизнь мечтал идти по этой дорожке, по Льва Толстого, и посмотреть мусор. С другой стороны сейчас ракурс сниму. То есть она не маленькая такая, а большая. Видите, место сколько занимает. И вот так вот ее поставили. Да что вы, горожане, получите вот такой вот вам арт-объект. Видите, насколько выпирает. И люди обходят, смотрят. Ну, наверное. Во-первых, изначально кто-то не так сделал это. Здесь яблони были, вишни. Я еще в детстве в глубоком сюда ходили и рвали. Потому что вот такая, между домов, такая прокладка получилась. Они ее прочистили. Видно, свежий вам срез такой вот. Почистили, сделали, обустроили. И сделали подарок. Теперь все кировчане будут наслаждаться этим арт-объектом мусорной реформы. Получите. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Может быть, этот что-то правда хорошо вышел сразу. Каждый раз идешь куда-нибудь на базар и получаешь свою порцию адреналина. Помой. Могу ошибаться, но это мое мнение. Мне лично неприятно здесь ходить, но люди ходят. Это по следам видно. Вот такая вот у нас помоечка в Кирейске. Спасибо. Я думаю, грамоту вручат или вручат за такой арт-объект. Видите? Спасибо за внимание. Пишите, подписывайтесь на канал. Это очередной выпуск заварки. Пока-пока.